субботу в Самарской области будет облачно с прояснениями. Практически везде пройдет небольшой дождь, станет чуть прохладнее. Температура воздуха днем 17-21 градус, ночью 12-14 выше 0. В Сызрани небо в облаках, дождь. Днем плюс 17 градусов, ночью плюс 13. Северо-западный ветер 8 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, небольшой дождь. Днем плюс 18, ночью 13 градусов выше 0. Ветер северо-западного направления 7 метров в секунду. В Самаре ясно, утром пройдет небольшой дождь. В дневное время плюс 19, ночью 13 градусов выше 0. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 42%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.